Хватит меня пугать. Не ори на меня! Дамы и господа, у меня для вас две новости. Одна новость плохая, а вторая просто отстойнейшая. И с какой же мне начать? Я думаю, что стоит начать с отстойнейшей новости. Наше шоу подвергается цензуре, и оно закрывается. К сожалению, потому что Ютубу не нравится название нашего шоу. Ну и есть и не такая омерзительная новость. Сиреноголовый опять вернулся и хочет какого-то возмездия. Какого возмездия он хочет, я не знаю. Вот пойдемте и выясним у него. Так, я приехал к месту, где последний раз видели сиреноголового. Так, я должен чекнуть, что тут творится. Так, включаем фонарик. Здесь последний раз видели моих друзей. И кто-нибудь тут есть? Мне нужно... Здесь электричество выключено? Так, генератор в гараже. Я должен проверить его и включить, если что. Так, что это за документы такие? Я, Даниэль Картер... О, буковы? Нет, никаких буков. Только буковы мне, пожалуйста, свои не надо сувать. Вот, картиночки я люблю. И там я, смотрите, слева это я. Я люблю рыбку ловить. Один день, Дэн, и ты будешь жить здесь. Это, видимо, открыточка самому себе и наш главный герой Дэн, или те люди, которые здесь жили, они мечтали переехать в Чикаго и ловить рыбку. И, блин, как же это все-таки мило. Так, ну я сюда не за этим приехал. Я приехал выяснить, что за возмездие хочет сиреноголовый тут устроить. Так, еще больше записочек. О, здесь есть милые рисуночки. Так, это Райли и я. И между нами примерно 1 фут. Да, она вот такая вот малышка, а я такой высокий. И опять буквы какие-то. А, это сколько здесь дней провел человек, который тут был. Мне интересно, это я здесь был или какой-то другой человек? Я что-то запутался. Кто я вообще? Что я здесь делаю? А, ладно. Я репортер программы, название которой мы зацензурим, и я приехал узнавать, что по сиреноголовому. Я схватил зачем-то коробку, я могу таскать с собой коробки. Отлично. Еще я могу таскать с собой другие вещи, тоже отлично. Я тут все поскидывал. Замечательно. Могу с собой газовый баллон схватить, вот он нам может пригодиться. Я, если что, оставлю его здесь и не забуду, что он здесь есть. Не забуду, что он здесь есть, ты понял, мозг? Не забуду! Так, вроде указания мозгу дали, мы должны включить генератор, он где-то в гараже. И тут опять кучу листочков с сюжетом, о, и вот картиночки. Скучаю по тебе, Райли. О, это открытка Райли от мамы. Видимо, здесь жили Райли и Дэн. И еще одна записочка. Райли, я отправляюсь за помощью. Угу, значит, мы все-таки Дэн, и мы отправились за помощью, и мы привезли помощь. И чтобы запустить генератор, сначала нужно включить основную мощность. И где мне включать основную мощность? Где Mind Power? В гараже где-то, а где гараж? Окей, пойдемте поищем гараж. Возможно, где-то снаружи. У нас главный генератор будет, и мы должны его запустить. А, вот у нас гараж. Ой, страшно тут, однако. О май гад, какой криповый лес. Я до этого не замечал, насколько же криповый этот всратый лес, господи. Ну ладно, пойдем в гараж. Давайте посмотрим, что тут не работает. И, господи, это чья машина? Какая же она раздолбанная, какой ужас. А, это всего лишь тени. Я думал, там уже сирена пришел за нами. Так, мы подняли ВД-40. Если что, можем что-нибудь смазать. Еще есть гаечный ключ, это хорошо. Да тут много чего есть, масло вообще. Все, что хочешь, можно здесь найти. Так, давайте включим это. А, топливо закончилось, или что такое? Я тебя не понимаю. Я не успел прочитать, что нужно сделать. А, видимо, здесь какой-то элемент отсутствует. Давайте попробуем найти этот элемент. Вот же он, это он? Вставь его. Интеракт, давай, вставляй. Вставь его вот сюда. Нет, видимо, это не тот элемент. Давайте поищем этот элемент. Возможно, это он. Это та батарейка, которая нам нужна. Нет, видимо, нет. Так, это сюда не вставляется. Давайте потыкаем другие предметы туда. Так, 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 так. Что я еще могу туда потыкать? О, еще одна записочка. И тут есть карта. Так, так, так. Тут у нас станция. Тут у нас гараж. А вокруг хрен знает что. Вот тут хрен знает что. Вот тут хрен знает что. И здесь хрен знает что. А вот тут барн. Окей, если что, мы можем прогуляться до барна. А здесь у нас, видимо, речка. Но я надеюсь, что это речка. Хотя, возможно, это дорога. Может быть, мне из машины что-нибудь достать надо? Так, что нужно сделать? О, нет. Какие-то задачи? Нет, спасибо. Так, что же мне нужно все-таки вставить, чтобы запустить этот гребаный генератор? Генератор вроде как не работает. Алло. Или я его уже включил, и мне надо вернуться, я вот не знаю. Окей, давайте вернемся и посмотрим, можем ли мы запустить генератор. И если у меня не получится, то я, скорее всего, просто пойду гулять по лесу, искать сиреноголового и спрашивать у него, что за возмездие ему нужно тут сделать и с какими людьми он собирается творить это возмездие.
возмездия. Так, нет, нужно включить главный генератор. А где главный генератор? Везде тут гребаные записочки. Вот людям нехрен было делать, они ходили и везде записочки расклеивали. Как же, мать его, реалистично. Так, вот мы пришли, вот у нас главный генератор. Вот он, огромный, гигантский. Тут красненьким горит, что что-то не работает. Вот что-то тут не то. Следовательно, я туда что-то должен воткнуть. А вот что я должен туда воткнуть? Кто-нибудь может мне сказать, а? Может, мне нужно сбегать к Барну, и у него будет этот элемент, чтобы я смог все починить, а? А? Как вам такое? Потому что здесь нет никаких элементов, которые я могу вот сюда вставить. Вот я прав? Я абсолютно прав. Здесь нет ничегошеньки. Возможно, на станции я какой-то элемент пропустил, или вот здесь что-то валяется. Давайте тут осмотримся. Нет, тут ничего нет. И эта сирена всегда тебя пугала? Или всегда была жуткой? Да, согласен, эта сирена всегда была жуткой. Так, подождите-ка, это будущий сиреноголовый? Мы только что увидели сирену в младенчестве, то есть он пока что даже не живой. Так, давайте сходим к машине, возможно, я привез с собой то, что мне нужно. Давайте осмотримся. Так, в машине есть. Да-да-да, вот, тот самый элемент, который нам нужен. Давайте его воткнем в наш генератор, и все будет чики-пуки. Все заработает, генератор заработает. Сиреноголовый очнется, и нам придется от него убегать. Так, засовываем это вот сюда. Все, зашибись. Все заработало, я починил генератор. Неужели? Так, это должно сработать. Теперь я смогу включить генератор, который находится на станции. Окей, побежали на станцию. Давай включим генератор на станции. Так, 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 так. И да будет свет, сказал я. Вот, все. Да будет свет. Можно выключать фонарь. А! Что это за херня? Господи, о май гад, что это? Это было ненормально. Я считаю, что это была какая-то жопа. Дэн, прекрати жрать пасту в джипе! Райли, окей, прекращу. О май гад, это что еще за херня? Что с моим грузовичком? Как я должен выбраться отсюда? Так, может быть, я смогу включить машину, которая находится в гараже? Вот это вот совершенно ненормально, если честно. Господи, все из грузовичка повываливалось. И сирена, давайте посмотрим на сирену. О, я теперь могу бегать. Это хорошие новости. Сирена. Она исчезла. То есть, когда мы запустили генератор, сирена ожила. То есть, мы создали монстра Франкенштейна сиреноголового. Ладно, пусть будет так. Так, тут где-то был список задач, что нужно сделать. Нужно что-то сделать с колесом. Нужно найти новую батарею. И топливо нам еще дополнительно нужно. А, руль, видимо, нужен новый. Окей, руль я найду, это легко. И батарея в нашем грузовичке должна быть нормальной и рабочей. Давайте тогда сбегаем до грузовичка. И как мне оттуда достать батарею? Или генератор какой-нибудь? Возможно, она уже выпала. Я должен ее достать. Прыжка. А, вон она. Я ж ее не достану вообще никаким боком. Да мне надо выстрелить в нее как. Черт возьми, а как? Может мне коробкой кинуть в нее? Я могу кидаться предметами? По-моему, нет. Ну вот видите, я могу залезть тогда на коробку. Хоть что-то я могу сделать в этой игре? Нет, крипово тут. Очень крипово. Я не могу достать генератор из моей тачки. Но он мне нужен. Так, ну давай же, достань его. Камон. Ну уже. Как мне его достать? Я ж не могу залезть на дерево вообще никаким образом. Можно мне нужно притащить сюда лестницу? Во что я упираюсь? Я теперь вообще ходить не могу. Что за... Я ходить не могу! Устал. Прилег. Так, мне, видимо, коробка мешала. Давайте выкинем ее. Так, теперь я могу взять? Нет, не могу. Окей, черт с ним. Возвращаемся обратно. Тогда поищем руль. Хотя, видимо, без генератора мы не сможем дальше продолжить изучение нашей потрясающей и гениальной игры. Так, может быть, руль где-нибудь на станции завалялся? Не, ну а вдруг? Где-нибудь валяется руль? О, нет, эта штука мертва. Я думал, я смогу вызвать помощь, но хрен там плавал. Конечно же, я ни в коем случае не смогу вызвать помощь. И отключить электричество я теперь тоже не могу, конечно же. Окей, я не могу достать из моего грузовика генератор. Но, возможно, я смогу найти какую-нибудь лестницу или типа того. Кстати, есть масло. Возможно, в машину нужно залить масло. Нет, не нужно. Может, в багажнике что-то? Черт возьми. А где еще колесо взять? Я что-то колес тут не вижу. Как-то это все подозрительно, вам не кажется? Я точно не умею прыгать, потому что из прыжков я не смогу ту штуку достать никаким образом. Окей, черт с ним, с грузовичком. Давайте прогуляемся вон туда. Я вижу там какой-то домик. Так, нажмите Shift, чтобы бежать. Я нажимаю. Так, что это такое? Желтая тропинка. Окей, я не буду придерживаться с тропинки. Зато я нашел топливо. Так, я здесь нашел топливо, лейку, коробки. И больше тут нет ничего полезного. Но топливо нам пригодится. Мы теперь сможем залить это топливо в машину. Но мне все еще непонятно, как достать генератор из моей машины. Она слишком высоко. Возможно, мы должны приманить сиреноголового, чтобы он уронил нашу машину. Так, а стамина быстро восстанавливается? Вот если я буду ходить обычным шагом, она восстановится, нет? Так, обходим.
Заходим, смотрим. А куда вообще убежал сиреноголовый? Алло. Я слышал, что ты хочешь устроить какое-то возмездие. Выходи, давай поговорим, давай обойдемся без возмездия. Не нужно уничтожать всех человеков. Есть много хороших людей. Вот только я... О май гад, я из них. Какие-то страшные звуки. Да что ж ты топливо не заливаешь-то, а? Никак он угомониться не может. Так, а куда топливо залить? Вот, куда? А, вот, топливо заливается вот сюда. Зашибись. Топливо в этой развалюхе, в этом куске ржавчины уже есть. Замечательно. Теперь мне нужно найти колесо. И нужно каким-то образом достать батарею из моей машины. Вы не видели здесь где-нибудь случайно колесо? Я лично не видел нигде колесо. Где? Давайте по запаху попробуем определить, где есть колесо. Возможно, я должен опираться на карту и посмотреть на карте, где можно найти колесо. Кстати, вот здесь, возможно, какие-то объекты нужно будет взять и на них залезть. Или тут есть колесо. Я уже в какой раз прихожу сюда и ничего здесь не могу найти. Нет, колес тут нет никаких. Генераторов тут тоже нет. И лестницы нет. Окей, я там видел какую-то дорожку. И у меня стамина закончилась. И я теперь вообще никогда бегать не смогу. Серьезно? Это странно. Я точно не могу кинуть никакой объект, чтобы достать генератор, а? Вот возьми и кинь, кинь, сделай что-нибудь. А, ну сделай ты что-нибудь, ну, пожалуйста. Нет, я не могу ничего сделать, тогда выкинем эту коробку. Давайте. О май гад, это еще что такое? Ой-ой-ой, что-то очень страшное. Вы это слышите? Так, давайте свалим отсюда. Тихонько. О май гад, это он! Так, сирена, давай поговорим! Что за возмездие ты хочешь устроить? Так, он нам преграждает путь. Ты меня не видишь, я за деревом. Опа, он смотрит на меня и немножечко орёт. Самую капельку. И смотри на меня, потому что ты меня не видишь. Он исчез? Надеюсь, что да. Нет, он не исчез, он все еще там стоит. Возможно, мы должны его приманить, как я уже и говорил. И воспользоваться сиреноголовым, чтобы достать нашу машину. Но я пока что хочу пройтись по дорожке. И где дорожка-то? О май гад. Я не вижу дорожки. Дорожка там была где-то. Где? Где дорожка? А, вот она дорожка. Так, пошли по дорожке. Я не знаю, куда мы выйдем с этой дорожки, но мы будем двигаться вперед. Я не думаю, что сирена за нами пойдет. Он слишком тупой. У него даже мозга нет. У него вместо головы сирена. Я буду надеяться, что он все-таки нас не преследует, потому что я не до конца уверен, что у него нет мозга. Возможно, его мозг больше моего. И он где-то среди деревьев наблюдает за мной. Так. Тихо, что за страшные звуки? Ощущение, что он где-то очень-очень рядом. Господи, так, да я пришел вообще? Что я здесь делаю? Какой-то мост. Зачем я сюда пришел? О май гад. Так, ну он вроде не преследует меня. Это одновременно хорошие и плохие новости. А как мне восстановить стамину? Что-то я этого не понял. Так, мне кажется, ли я круги наворачиваю? Я должен был починить машину, а я пошел гулять. Ну потрясающе, чё. Да, пойдем погуляем ночью. В каком-то страшном лесу. С каким-то сиреноголовым, который не хочет с нами разговаривать о своем возмездии. Да, почему бы и нет? Так, я вижу там какую-то лампочку. Так, мы вышли к какой-то новой дороге. Так, что за лампочка? Возможно, мы там найдем колесо. Мне нужно колесо. Ага, вон там какой-то домик есть. Это хорошо. И... Опять слышите? Где-то рядом. Где-то очень рядом. Возможно, он дышит мне в спину. Я не знаю. Я не могу предчувствовать. И я нашел этот домик. Что здесь есть? Колесо! Я нашел колесо. Это очень хорошие новости. Так, 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 так. О май гад, я думал, что он прямо здесь смотрит на меня. Больше тут ничего нет? Тут есть какие-то записки. Так, Дэн, да-да-да-да-да. Опять какие-то тупые записки. Нет, мне все это не надо. Я хочу взять колесо и свалить отсюда обратно на тропинку. Хотя, вон, наш дом. Давайте попробуем пройтись до домика через лес. Потому что зачем нам идти в обход по этой тупой тропинке? Тропинки для лохов. Так, вы слышите? Да он шагает. А, он орёт. Где он орёт? Я не хочу обосраться. Он где-то очень рядом. Видимо, нельзя было сходить с дорожки. А, будто надеяться, он не за моей спиной. Что он говорит? Нет, не надо меня есть, дядя Сиреноголовый. Я хочу жить. Я просто несу колесо в свой домик. О май гад. Я вернусь аккуратно. И его здесь нет. Фух, он меня послушал и не собирается меня есть. Вот давай мы туда заберемся и там посидим. Там он нас точно не достанет. Так, моя машина все еще висит. То есть он ее не скинул. Нужно сделать так, чтобы он ее скинул. Иначе я не достану батарею и не свалю из этого гребаного места. Так, я почти дошел до машины. И как мне восстанавливать стамину? Я бегать не могу. То есть, если он начнет за мной гнаться, он меня догонит. Так, вставляем колесо. Замечательно. Осталась только батарея. Черт возьми. Как мне ее достать? Дамы и господа. Видимо, с помощью
помощью сирены. Сирена, ты где? Он ушел? О май гад. Где он? Сирена, выходи, мать твою. Я хочу поговорить. Ри. Это все тени? Это игра моего воображения? Да, вот он. Иди сюда. Молодец. Хороший мальчик. А, хороший мальчик. Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Не бойся, не бойся. Я тебя не обижу. Не нужно никакое возмездие. Давай. Господи, какой он шустрый. Зря я потратил стамину. Давай, прямиком к машинке. Опа. Заходим сюда. Опа. Давай, 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 давай. Отходи. Так. Машина, машина. Давай, снеси машину. Он прошел сквозь нее. Ты что, рофлишь? Давай, достань мне батарейку. Батарейку достань. Я тебе сказал, достань батарейку. Хватит меня пугать. Не ори на меня. Не ори на меня. Батарейку достань. Я не могу достать батарейку. Она слишком высоко. Либо ты достаешь батарейку, либо я достаю ремень и тебе кобздец. Ну что, он застрял? Вот батарейка. Возможно, она выпала. Можно я возьму батарейку? Ты не будешь против? Да не ори. Ладно, я уйду. Хорошо, я пойду в домике посижу. Да, ты не можешь доставать батарейку, когда на тебя смотрит. Ну, конечно же. Я не смотрю. Ха-ха-ха. Так, все, ты закончил свои грязные дела. Теперь я могу взять свою батарейку, а? Так, так, так. Он ушел, да. Опачки, ушел, но он не скинул машину вниз. А батарейка все еще внутри машины. Я не знаю, как ее достать. Я слишком тупой. И куда сирена делся? Сирена, ты где? Выходи. Ты мне не достал батарейку. Мы с тобой не договорили. Давай, подходи. Что? Почему батарейку мне не достал? Объясни мне. Да, подходи ко мне. Давай, рассказывай. Что тебе помешало? Вот так и доверяй этим сиреноголовым. И батарейку они тебе не достанут, и голову они тебе отгрызут своими сиренами. Ну что ж, ребятки, не больно-то и хотелось уезжать оттуда. Я все равно уехал на тот свет. Да. Знаете что? Ставьте лайки, если вы хотите больше подобных видосов. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну а с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.